Здравствуй, Милана. Расскажи, пожалуйста, как проходит твоя подготовка к предстоящему турниру? Ты уже начала работать в режиме усиленной подготовки? Давно начала готовиться уже второй месяц, но просто сейчас какой-то момент, уже вот третий день, что-то я заболела и кашляю, лечусь. А как проходит твой день вообще в тренировочном режиме? Что ты, как ты тренируешься? Как обычно всегда, утром зарядка. Но я вот недавно приехала со сборов, я здесь провела сборы, потом отсюда уехала, сразу пойду на сборы. Там, чтобы как побольше борьбы, побольше всего. И так, что у нас была зарядка, потом тренировка и вечерняя тренировка. А на что ты делаешь упор, над какой техникой сейчас работаешь больше, над ударной, над в партере, либо же... Ну, у меня как-то уже, если честно, уже 4 недели, как получилось, это в партере работаю. Но сейчас мы поедем опять на сборы, но сейчас будем в стойке работать. А там уже видно будет, как в ринге получится, или в партере, или в стойке. Но я хочу врасплох довести, чтобы не поняла, как я, чем больше работаю соперницей своей. Ну вот, кстати, твоя соперница, к слову, отзывается о тебе как очень сильном бойце. Что ты можешь сказать? Правильно делает. Ну а ты вообще можешь что-нибудь сказать об этом? Про нее? Про нее, да. Ну я плохого не скажу ничего, потому что у меня нет такого, чтобы я про соперницу что-то плохого говорила и там что-то кричала, что вот она никакая, я сильная. Нет, почему? Я поспешные выводы не делаю, потому что я уже пару раз сделала, и тому к лучшему мне ничего не обошлось. Так что там видно будет на ринге, что я могу. Тоже самая хорошая женщина, мама, наверное, хорошая, так как человек, я не знаю. Спортсменка тоже молодец, что она до сих пор занимается и хочет какой-то цели себе добиться. Скажи, а после сборов под руководством Олейника ты уже заметила какие-то улучшения? Да, очень, конечно, заметила, потому что я же поэтому поехала на сбор по другим видам, чтобы партеры. Я уже там уже чувствовала, что я на ноги вижу сильнее, и вообще они бедные убегали же от меня, ты вообще и грубо, и все всякие вот моменты я их выхватывала. Ну. Мне очень помогло, да. То есть до турнира у тебя получается третьи сборы. Это будут в Голландии. Скажи, а как ты вообще, чего ты ждешь от предстоящих сборов в Голландии? У вас такой серьезный будет тренер. Что ты, может, слышала о нем? Что-то? Да, я слышу, что он прекрасный тренер и знаменитый. Самый лучший ударник там по боксингу, К1. Я думаю, я себя готовлю на эти 10 дней, очень таким дням рабочим, что не знаю, я все выложу, буду работать до конца, чтобы он мне все говорил. Скажи, а есть какие-то вот заготовленные заранее темы или вопросы, которые ты хотела бы узнать у него? Нет, я по ходу тренировочного процесса буду там спрашивать. Ну, единственная у меня проблема сейчас, как я буду спрашивать? Английский язык как-то не владеем, что-то и не... Ну, с вами же, наверное, будет человек, который будет... Ну, будет, но только на 3 дня будет, а дальше, не знаю, мы сейчас сидели с пацанами, и с Шамилем, Беслан, и вот у нас паника там, что-то как мы будем там общаться, там что, как будем спрашивать. На языке боя будете общаться. Да, жестами. Ты уверенно себя чувствуешь перед этим поединком? Который занимается столько времени, столько... Время спортом человек должен быть всегда уверен в себе. И вот даже какая бы она ни была, какой турнир бы ни был, никогда не надо расслабляться и никогда недооценивать. И себя переоценивать тоже, я думаю, нехорошо. А так я, естественно, пока что я уверена, а в дальнейшем я ничем пока не могу сказать, потому что я, как я уже сказала, что громкие слова я не говорю. Спасибо большое.